всем. Сегодня у нас 2 июня, день, когда мы попробуем прогнать пиопму так, как она должна быть. Сейчас смарт-цель, которая стоит перед нами, это в первую очередь отобразить инициативу M&M's Нью-Йорк. Второе – продать снижение цены по Китикету. И третье – взять заказ не менее 15 тысяч с фокусом на Китикет. Естественно, текущие вещи – это как мерчендайзинг и вся пиопма отработать. Дядя Акбар, доброе утро. Здравствуйте. Как бизнес? Нормально. Как жизнь молодая? Да нормально, как ваш? Отлично, рад тебя видеть. Спасибо. Дядя Акбар, я все так же. Мираби, компания Alidi с контрактом Mars, Snickers, Whiskas, Kitikat и так далее. Дядя Акбар, я осмотрюсь чуть-чуть и хорошо. Потом сделаем заявку, и у меня есть несколько новинок для вас. Хорошо. Есть что-то горящее срочное? Все нормально. Замечательно, дядя Акбар. Дядя Акбар, это все, что есть по кошкам, собакам? Да, это все есть. А по шоколаду еще есть остаток? А есть вон коробочка. О, отлично, я к ней еще вернусь. Хорошо. Дядя Акбар, я смотрел, добавил, как всегда, только те эски, у которых не хватало, в аутостоке было. Сумма получилась 14500. Хорошо. Продукт придет завтра. Хорошо. Хорошая новость. У нас Китикет с сегодняшнего дня вместо 76 тенге стал 66 тенге. И я предлагаю вам, исходя из вашей наценки, изменить цену с 85 до 75. Чтобы... А это что, купили же подороже? Смотри, дядя Акбар, здесь логика следующая. Я посчитал ваши остатки, их количество 37 штук. Сейчас мы с вами напишем вместе на листочках бумаги 37 штук Китикета. У вас будет и у меня будет. Это, естественно, цена не вечная, она рано или поздно будет изменяться. И будет она в большую сторону изменяться. Я предлагаю вам зафиксировать тот остаток, и перед повышением цены я к вам приду, скажу о том, что цена повышается, и мы... Главная для нас цель, чтобы на момент повышения цены количество штук на полке было не меньше 37 штук. И исходя из этого, я рекомендую чуть-чуть увеличить заказ на Китикет и добавить говядины и кролика еще по 20 штук. Хорошо. Потому что цена будет намного привлекательнее. Спасибо. Кроме акции по Китикету, у нас есть еще другая акция. Она называется M&M's Нью-Йорк. Каждый покупатель, который покупает M&M's вот с таким красным логотипом, внутри находит код. Код регистрируешь на сайте, и один счастливчик или несколько счастливчик, один счастливчик поедет в Нью-Йорк вместе с другом. Вот. Теперь вопрос. Дядя Акбар, подскажи, пожалуйста, что лучше продается? Вот эти M&M's или вот этот шоколад? Бесконечно. Слушай, дядя Акбар, вот вопрос. У нас есть блок еще один M&M's. Этот продукт сейчас лето, возможно, будет таять. Плюс M&M's не тает, плюс на него акции есть, плюс на него я дополнительно добавлю рекламный материал, чтобы в вашем магазине покупатель видел эту акцию и хотел ездить в Нью-Йорк. Могу я вот эту вещь положить в холодильник, чтобы она не растаяла, а сюда поставить M&M's-овский блок? Место я там найду, здесь достаточно места. Ну хорошо. Дядя Акбар, можно я внутрь пойду и поправлю продукт? Хорошо. Спасибо. Можно, кстати, вот это здесь наклею?
Команда, основные принципы выкладки пэтфуда в категории. Это калоризация слева направо. От говядины, телятины, кролика, индейки, курицы к рыбе. Здесь важный очень вопрос, что для категории Б рыбы не должно быть, лосося не должно быть. Так же, как и в вискосе. Это только для категории А. В категории B мы в китикете фокусируемся только на 3SQ. Это китикет говядина в соусе, нежели кролик и курица в соусе. Вот эти 3SQ в китикете для категории B магазинов. Важный вопрос. Когда договорились о следующих шагах по мерчендайзингу, их нужно воплощать в тот же визит. Дядя Акбар, спасибо тебе большое. Завтра к 12 часам приедет заказ на сумму 17 200. Хорошо. Спасибо. Удачи, отличных продаж. Вам тоже.